Всем привет! Вы слышите Лёшу Халецкого, и это ФФА-сериал аж на восьмерых человек. Если вы смотрите этот сериал не с первой серии, то рекомендую перейти к ней. Ссылка на весь плейлист должна сейчас появиться в верхнем правом углу. Белая круглая кнопочка с буквочкой I. Если там ничего нет, то у вас, видимо, отключены аннотации. Снова играем в вашу любимую Sid Meier's Civilization 5. Карта Пангея, и мне выпала Полинезия. Так как игра получилась длинная, то она разбита на серии. Надеюсь, выходить они будут через день или два после предыдущей. На этом все. Приятного вам просмотра. Блин, пушку дали в Венеции. Класс. Давайте засветим тут территорию. Так, мне, во-первых, тут дороги надо удалить. Во-вторых, обработать алюминий и апельсины. Я не буду его убивать, как бы. Я не думаю, что он помнит про эту трирему. Хочется верить. И не будет там особо смотреть. Так, надо денег попросить хоть у кого-нибудь. Содержание армии у меня офигенное. Эти юниты в основном. Зетерны, что ты жалуешься? Ты первый по очкам. Ты первый по науке. И по армии. И первый по армии, да. И по флоту. Ну, по флоту, ладно. И ты все жалуешься, что на тебя там кто-то нападает. Кстати, ниндзя, ну, потому ты... что я жаловался, когда у меня региона не было. Сейчас я не особо жалуюсь. У меня сейчас нормально. Ты вот нам не помогаешь с кельтом? Ты его не догонишь. А что ниндзя вы? Блин. Чем мы за тебя должны впрягаться? Вы там, по-хорошему, ты и кельт лидеры вдвоем. Нет. А мы что-то втроем зачем-то воюем с кельтом. Хочешь, мы с тобой повоюем? Зачем вам это? Только не рассинхрон. Каждый ход. О, не, нормально. Да. У меня генерала зовут Сид, прикиньте. Сид? Да, Сид Мейер. Так, за шведа я голосую.
Ох уж этот Лёша плывёт своими фрегатами. Ну. Я ищу кельта. Где кельт? Говорил, что знаешь, да? Так мы тебе и поверили. Не, да он ко мне плывёт. Он думает, у меня града на воде. Я знаю, что у тебя Гамбург на воде. Я думаю. Наивный. Ты знаешь, кто мне эту тремку подарил? Не знаю, кто. Швед? Нет. Венеция. Венеция? А что он туда доплыл? Он разведывал. Ну что, как думаешь, Гамбург берется? Думаю, нет. Чё так? Ну что мне подсказывает? Ни у кого защитного пакта с немцем нету? Есть. У шведа. Швед, у тебя защитный пакт с немцем? Ну глянь в этих... в договорах. Не, нету. Нету. О, 8. Давай. Десять. Прикольно. Можешь юниты обстрелять еще. Наведи на какой-нибудь гатлин, посмотри защиту его дна. Ну, кстати, гатлинг в крепости неплохо обстреливается. Ну а что, вот гатлинг не в крепости, у него только плюс 15 от генерала и плюс 15 от дружественной земли, и все, плюс 30%. А где мой химензи? Ну это дружественная земля, плюс 15. Нет, так у меня же еще и вера. Ну не знаю, я вот вижу только плюс 15 генерал и плюс 15 бонус in friendly lands. Угу. Походу вера не особо действует. Ну походу. Ну вот я на все юниты может, тебя подавал. Может она только на основателя действует? А, ну конечно только на основателя. Это не твоя вера, что ли? Mm-mm. А, у тебя же там еще плюс 15% от стек, блин. Вот от стек подгадил, а? Сделал веру немцу производственную и проиграл. Блин, я так на эту веру надеялся. Веселый отстек. Но она меня подставила на самом деле. Я думал, у меня еще плюс защита.
Ребят, можно я ход откачу? Мне просто отойти надо срочно на минуту. Просто если бы плюс защиты, я бы даже от легиона бы эти кавалерии... Можно откатить? Откатывай. Ага, спасибо. А так меня вы немножко огорчили. Да, ладно, ниндзя, тут походу... Хотя, может, попытаться еще этот гамбург поколупать. Давай. Жалко просто прокачанные фрегаты терять на этом. В общем, я буду знать-то, что вера не действует, но это типа плюс 15 или сколько, плюс 20 там вроде бы защите. А то я обычно ее не сильно хотел распространять на других. Кстати, я да. Вроде готов уже, все, но, блин, у меня столько юнитов еще не походило. Надо нажимать туда-сюда. Я тоже помню, что я как-то так не хотел распространять. Я буду знать, что не действует. Ну, ты знаешь, вот, а фиг его знать, может, это как раз от веры действует бонус in friendly lens, а не от Химеди. Может, это Химеди не действует? Смотри, на дружественной территории плюс 15%, а от веры вроде бы 20%. Ну, сейчас я посмотрю, читаешь, точно. Да. Так, что там у тебя? Да, плюс 20% на дружественной. Это Химеди действует. Католицизм, да, плюс 20%. Слушай, а может этот плюс 20 Combat Strange, может это сила атаки города самого? Теперь мне что-то подумалось, нет? Нет, там вроде бы юнитов, мощи рядом с дружественными городами. Ну вот в городе, само когда на город наводишь, там... Не, я помню, как я нападал иностранным легионом на кавалерию, которая была Химедзи, защитник веры и порядок. И я как бы там, ну, мягко говоря, насосал. На джип? Хотя уже сказать, не насосал, а подарили. Куда уплыл? Я только фрегат построил. Ладно. Ладно, пойду к кельту тогда. Давай, я тебя жду. Не, ну Гамбург тут, блин, без вариантов. А типа меня с вариантами, да? Ну посмотрим, откуда ж я знаю. Я тебе на слово кельт не верю. Самое забавное, что я сказал правду, но ты сам в этом убедишься.
Нет, открытая граница, не дам. Да я фрегатами чисто полечиться у тебя хочу. Я не буду у тебя ходить там. Я и так все твои города вижу. Не, ну ты ж не видишь, что там происходит. Чё ты так думаешь? Ну, у меня на минуточку три шпиона. Угадай, где они сидят. У меня, что ли? Да. С порядком. Ну, окей. А то у тебя там антишпионы сидят, еще скажи. Блин, нахрена я. Причем тут антишпионы? У меня же построены эти жандармеры, или как они там. Они без шпионов не работают. Просто они юниты дарят. У меня, оказывается, две ГГшки эти военные. Ты не в курсе, что они не работают, если у тебя антишпион не сидит? Нет, эти здания работают. Кстати, они на скорость влияют, они не на эффективность, а на скорость. А зачем мне? Я не собираюсь у тебя красть технологии, тем более ты отстаешь, я так понимаю, от меня. В всяком случае, так всем твердишь, что отстаешь. Мне же главное, видишь, у тебя... Что-то отстаю, я почти на 10%. Как и был, так и остался. Блин, я думал, сейчас захвачу этого венецианского купца, а про я его просто убил. Да ё-моё, всё нормально. Показалось. Вы, кстати, заметьте, перестали воевать, хоть бы нормально. В смысле перестали воевать? Я думаю, сям там скельтом... Ну, в смысле, юниты... Ну, это когда сказали, чтобы они на последнем ходу не ходили. Денюшки, денюжки. Куда зря крепость ставил все-таки. Ну, давайте, наверное, построим гильдию музыкантов, тоже культура. Ну, ты испугался? Ну да, лучше перестраховаться, чем потом. Ну, с бонусом от Веры это обидно было. Я думал, я тут в защите непобедим, а оказалось наоборот. Так немца кто-то собирается останавливать или нет? Кого? Да я на 10% по науке отстаю. Ну, меньше. Это одна и та же шарманка вот заведена. Да, да. Про свои проценты. Ну смотрите, он сожжется и все. А я что сделаю? Я, блин, сжигал всех своих ученых, что тебе говорю. Потому что у меня война постоянная. О, решил послушать. Ну сейчас Арту туда верну туда. Да не волнуйся, я тут Венецию мочу. Надо же Венецию вынести. Это пушка... А, кстати, Швеция. А из того, что у нас декларация о дружбе у тебя... На моей территории юниты лечатся с такой же эффективностью, как и, ну, на твоей. А хрен его знает. Что? Фиг его знает. Ну, каждый ход, он сколько там, 25 очков здоровья или 10 получает? Не проверял. Так, куда тут бегают? Три в ГНО, Тонга, Самоа, ну, в Хукахиву надо. Блин, 65% науки.
Что лучше взять, давайте подумаем. Счастье или деньги? Ну, походу, счастье лучше. Вот это мне даст... Не, да нет, за монументы надо брать. Сразу кучу счастья. Вообще, приятно, конечно, рекламировать 2GIS. У них постоянно появляются новые функции, и мне есть что вам рассказывать. Вот, например, теперь этот справочник и каталог организации показывает, в какой вагон метро вам надо садиться, чтобы куда-нибудь добраться. Думаю, для жителей Москвы, где составы метрополитенов очень длинные, функция окажется полезной. Так что заходите на сайт 2GIS.ru и совершенно бесплатно скачивайте программу под вашу платформу 2GIS, если быть точным. Ну, эта дорога требует содержания, нафига она мне? Я вообще, кстати, не знаю, зачем венецианец строил дороги. Я вот, например, играю за Венецию, очень редко строю дороги. Так, что тут у нас все обрабатывается уже. Тяжеловато идет взятие Генуи. Боюсь, придется отступить. Слушай, Сиама, у тебя вот около Генуи пикинер стоит. Иди-ка на территорию Генуи, ты там следующим ходом сможешь полечиться. Я просто боюсь, что я ее не возьму, хоть ты возьмешь. Я не могу, я пока что войну объявляю. А зачем ты ей мир предложил? Ну, мне просто тогда это надо было. Вот так. По идее, там один ход остался, то есть на следующий ход я смогу объявить ей войну. Так, следующим ходом надо будет заняться микроменеджментом и попереключать на рост города. О, у кого-то сопру теху. У кого? Блин, я вот из-за вас задание ГГшек не могу выполнить, караван им отправится. Круто. Торговые лодки тут. О, кельта. Так, я Венецию уже могу аннексировать. Да, правильно. Ты потом полечишься вот на лугах, и я думаю, что следующим ходом можно будет взять Гену. Я надеюсь, в всяком случае. Я думаю, что Гену не тебя будет обстреливать, а мои корабли. Мне, кстати, в Венеции надо, знаете, что построить? Во-первых, монумент. Фига он замок строит. Во-вторых, порт.
прости, будем. Столички мне порт надо. На море очень жалко, что ты что-то обрабатываешь. Мне счастья не хватает. На что? Ну, у меня отрицательный показатель счастья. Так кому ты это говоришь? Он имеет в виду то, что он захватить не хочет, захватывать не хочет. Ну так же сожги просто, и все, ты же деньги получишь за захват. Всего родилось. Золотой век начнем. Труру. Угу, тут не проплыть. Ясно. Швед, а ты получаешь бонус от того, что в крепости находишься? Да думаю, что да. Мне нравится ниндзя на 10% на 10%, но в современную эру войти... Украл. Я же не в начале хода вошел, а через пару секунд. Я у него украл эту статую свободы. Кстати, хорошая идея попробовать повыполнять еще квесты городов-государств. Очень мало вообще кто их засоюзил. Даже Швеция их не засоюзила. О, София вообще моим союзником стала. Генерала хочет, но генерала вряд ли. Блин, нафига я зоопарк построил? Так, давайте-ка райфлменов немножко. Так, а здесь... Культурки поднасобираем и... Фрост. Я, кстати, укрепить могу. Швед, если... Ты хочешь, можешь этим раненым иностранным легионом уйти вглубь моей территории. Я здесь освободил проход. Территории, я не понял.
Кельт. Раненым гатлингом приперся все равно на мою территорию. Ай, нет слов. Так, порт там построен. Ну, давайте Эйфелеву башню попробуем. Стреляй меня. Пожалуйста. Сейчас тебе, кстати, следующим ходом большой сюрприз будет. Ты очень большой. Тебе понравится. Да? Да, я тебе обещаю, что понравится. Ну, то есть, каким удовольствием. А почему мне? Ну, потому что... Ну, ты ж там по морю меня... Да, там, походу, авиация открыла. Кое-что покруче авиации. 100 раз круче. Электроника, что ли? Именно. Опасно. А деньги у тебя откуда? Это вот видите, он все на... На Венеции накопил 430... Нет, 4320... Я просто не трачу деньги, понимаешь? Я их все время коплю. Потому что знаю, что в конце игры они мне понадобятся очень сильно. Так его вообще нужно... Как бы с ним нужно покончить как можно скорее. Ну, короче, я считаю, что это дело ниндзя вообще. Чего мы тут впрягаемся? Да. У ниндзя, блин, я к нему даже доберусь. Офигенно производство немеренное, а мы тут что-то пытаемся кельта это... Ну так а что, по морю можно попытаться, да? У меня только один город. Но он же производство. Ой, он как раз таки на равнине стоит. В нем даже 50 производства нет. Так, а когда можно будет Геную захватывать? Да все уже, я там отошел. Так а сюрприз где? А сюрприз в том, что у меня нефти пока нет. А, ясно. Блин, ну ты меня прямо это, слушай, удивил. Не ожидал от тебя. Подлости-то такой. Ну, я же говорил, зачем ты ко мне плывешь. Видишь, я тебя не обманывал, честно сказал. А то, типа, у меня тут есть выбор какой-то. Я, на самом деле, сначала к немцу плыл, по-любому. Но у немца там Гамбург тоже не берется. Ну, точнее, он берется, но не фрегатами. Сиам так и ни один город и не смог взять, да? И швед тоже не смог ни один город у кельта взять. Я же говорил, это просто армия модернизированная и неэффективная. Так ты ж в электронику не вышел, и в пластилин вышел, ой, пластмассы. Ну ты негодяй, конечно. Немножко. Угу.
Ты ходи там пока, вот грабь действительно эти клетки у Генуи. И, кстати, полет надо открыть, тогда мне денежка пойдет. От Муаи. Может выйти в Кремль? Швед, откуда у тебя столько алюминия? Много его. Просто. На земле. В тундре там. Копия тундры есть. Ха-ха-ха, вот что, открытые границы кончились. Вот это да. Раз, два, три, четыре, пять. Вот, денежка капает с каперов. Тут рыбацкие лодки есть? Есть, надо разграбить. Сиам бы принял бы, а то как-то это жестко мне мешает. Просто, как правило, встречное предложу. Иша, прими открытые границы. Так я не могу, это как бы встречное предложение. Отмените и пошлите еще раз. Так, а что вот у меня вот инь-янь и протестантизм, что они мне дают? Это, кстати, не мои религии. Протестантизм я могу мечети купить, а инь-янь... Вообще фигня какая-то. Лучше бы я религию ацтека на себя... Все надо. Тихо, сколько у тебя науки вход? Секретики. Не, ну давай колись. Не, ну у него города не у гор. А, посередине нет, Трура около горы считается. В Трура же ты смог обсерваторию построить, у меня два возле горы, оба возле чудес. Да, я смог построить там обсерваторию. Да, и Дублин точно, и Дублин. Дублин и Трура около обсерватории, а Кардифф и Эдинбург нет. Да. Ну вот у меня еле 300 насобиралось.
Хорошая попытка. Не удалось. Нет. Не, ну давай даже просто обычной арифметикой займемся, да? Берлин 30, Мюнхен 18, это 48, да? Гамбург 20, 68, Кёльн 20, 88, Теночтитлан 23, 91, 100, 111, Афины 18, так, 111, 129. И Спарта ты сжег или есть она у тебя? А, Спарту сжег, да? Ну вот, у тебя 6 городов. Все их вижу. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, да. Значит, итого 129 чисто за жителей у тебя 129. Просто за жителей. Если посчитаешь, что у тебя везде библиотеки построены, значит, это сверху еще 60. Значит, 190. С библиотеками. В Кёльне нет библиотеки. Да, да, да. В Чечне библиотеки нет. Давай, да, 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 расскажи. В Гамбурге и Мюнхене стопудово есть университеты уже. Ну, просто потому что я там джунгли вижу. Так что я думаю, что у тебя так в районе 600. Нет, меньше. 590? Это честно, меньше. Так. Да где-то там явно под сотню. Ой, тьфу, тысячу. Оставлять Катманду или сжечь? А что ты увел пикинёра от Генуи? Абрахам. Знаю, может оставить. В принципе, неплохой город же. Пускай тут волнуется этот... Ну, кельт. Пускай пытается его тут отбивать как-то. Я не понимаю, как можно, вот играя за кельта, да, отбиваться от двух, при этом иметь 152 золота в ход. То он реально вот на Венеции накопил все это. Там, походу, венецианские караваны до сих пор ходят. Ходят. Ходят, но тут от Венеции-то один город остался. Ходит. От Генуи ходят, кстати. Один город остался, а у него все равно 152 вход. 152 золота вход. Мы с ним дружили, он мне отдал свое золото. Хоть собираешься в атаку идти? Как бы Нант окружен моими войсками. Да сейчас будет разокружен, не переживай.
охота уже идет. Я просто строил там здания всякие, которых не успел раньше построить. Да, что там с городами-государствами-то? Что они хотят? Этот хочет генерала. Эти хотят мою религию. Религию и караван. Денег, караван. Но мне хочется дружить только с морскими и культурными. Милан, у меня вообще война, и он единственный культурный, собственно. А морской у нас Кейптаун и Ванкувер. Вот вы им барыга вешком, вы и сами денег не получаете сейчас. Один адмирал. Надо Геную захватывать, так что отправлю туда армию. Ну, частично, частично будет у Катманду стоять. Так, что там у Сиама с лошадьми? Как-то не особо, конечно, Сиам Кельта сдерживает, откровенно скажем. Венеция, ВНП минус 86, это как? Ну, он отдал все деньги в ход кельту, понимаешь? А, 86 золота в ход отдает кельту, ну, или там больше, я не знаю конкретно сколько. То есть, все, и понял, поэтому понял. У кельта 154 золота в ход. У меня и раньше было плюс 100. Поэтому не стоит Венецию в игру брать. Сам не выиграешь, а видишь, подгадил всем нам. Блин, стоит мне армию строить? Идти, например, к кельту. Слушай, немец, давай мы построим дорогу между Мюнхеном и Тонгой. И ты как-то туда тоже поведешь войска, потому что у тебя-то, конечно, производство производством, но, блин, я не знаю, как можно кельты. Они там вдвоем пилят кельты и никак не допилят. Я своей, ну, флот у меня Сиам тоже... Сиам просто не наступает, я ничего не могу... Не сделать. Может пройти. Немец, ты хоть своим производством можешь как-то задавить... Да ладно, нет. Синхрон.
не забудьте про меня в конце хода. А не будет, как в прошлый раз, эти все рассинхроны, потом, и потом мы в итоге все равно грузили? Нет, так тогда ж вы меня забыли, и вот все, дождь пошел. Ну, я пока пойду яблоко себе помою. Дублин можно продавливать, там у него снабжение, по крайней мере, ну, подкрепление не идет. Или если идет, то они какие-то подбитые. Не знаю, все, что я успел увидеть своим пикинером. Кстати, а как... Где там у меня... Не, сначала надо в пластик выйти. Все-таки. Потом попробовать в полет. Потом... Кремль. Кстати, а тут я построил гидроплант, построил. Двадцать секунд осталось, сбросьте кто-нибудь. Я вернулся и готов заходить. Заходить? Да, никто не хочет сбрасывать. Блин, я не найду сейчас юнита. Фу, кто-то сбрал. Все, давай, заходи. А как, кстати, сбрасывать таймер? На автомат ставить юнит? Да. А меня сейчас было слышно последнюю минуту? Нет. Нет. А, блин, я говорил, опять микрофон был выключен. Ладно, я пока отойду на минуту. Кто? Нам вот главное сейчас, видите, мы отстаем по производству, по всему, но мы можем насолить все-таки ученых и пытаться за счет этого вырваться вперед. По производству мы вряд ли кого-то тут догоним.
Теперь у нас чудо-строитель ниндзя. Раньше все швед строил. Давай артой сям. Мне все же шведа. Ну, видимо, за бан китов надо голосовать, да? Я против бана меди, просто тут получаю, как бы, не так мало довольства, я получаю довольство от меди. Ясно. Ну, я уже проголосовал за бан китов. Блин, нафига я обстрелял того, блин? Хотелось. Глупо я поступил как-то. Мне, кстати, эти города дань дать не хотят. Не хотят. А, я же могу тут свои эти маи тоже построить. Не знаю, нафига мне эти музыканты. Откровенно. Вау, да я же хост. Редко такое бывает. Так, этот куда бегал? В Тонгу. Ну, сколько ниндзя там у тебя уже науки? Мало. Я думаю, ты уже второй по науке, да? Нет, как и был. Швед, ты второй? Надо посмотреть. Блин, как же достает это автоматическое перемещение камеры? Сейчас, наверное, уже синхрон будет. Нет, прошло. Прошло. Я. Не хватит силы, чтобы без обстрела города захватить его? Нет, не хватит. Блин, тут речка. Ой, блин. Блин, я археологов за много построил.
Я считаю, что моя задача уничтожить венецианца, чтобы кельт не получал денег. А давайте хлопок забаним, вы как? Я против, у меня откуда-то хлопок идет. А, у меня хлопок, ты что, у меня хлопок под столицей. У меня хлопок под столицей, я против. Ниндзя, хочешь затянуть войну? Вот себе предложение такое хорошее, чтобы затянуть войну. О, отлично, у кельта уран, 4 урана. Не хочешь, да? Ну ладно. Уже не хочу. Какой-то переменчивый. Ну, все меняется. Уже самолеты у кельта, да? Да, пока что двухмоторный. А ты уран открыл? Или кельт открыл? Кельт открыл. Уже атомки строят, я вот вижу, в столице. Да не, мы же без атомок, мы с этими. Или с атомками. Но мы не договаривались ни о чем. А, тогда все меняется. Самое интересное, что впереди все. На этом пока все. Продолжение смотрите через день или два. Пользуйтесь 2GIS и играйте в умные игры. Я Леша Халецкий, тот, кто сделал это видео. И раз вы досмотрели до конца, то у меня к вам просьба. Поставьте лайк. Вам это ничего не стоит, а мне будет приятно и поможет распространиться моему видео. Ну и если вы хотите поделиться этим видео, то я совершенно не против, а только рад. Разместите его у себя где-нибудь в социальных сетях или просто сообщите вашим друзьям. Спасибо, что досмотрели до конца. Удачи и играйте в умные игры.